Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре новинка, очередная новинка от компании Баре. Это трубка. Называется эта трубка Folding. Так вот она выглядит. Интересная трубка. Таких трубок я еще раньше не встречал. Сейчас обо всем по порядку. Значит, трубка интересна тем, что выполнена она полностью из силикона. То есть абсолютно мягкая силиконовая трубка. Полностью сгибается как угодно. То есть ее можно сложить, положить в карман компенсатора, либо куда угодно спрятать, засунуть. Она никогда не сломается. С ней ничего не произойдет. Вот такая вот у нее эллипсоидная форма. С этой стороны усилена для того, чтобы разрезать воду. Держится вполне нормально. Имеет нижний клапан. Но об этом давайте по порядку. Значит, загубник. Удобный, тоненький загубник. Анатомический, который подойдет, в принципе, как под подводную охоту, так и под дайвинг. Дайверам эта трубка будет особенно удобна. Трубки они использовать крайне не любят. Те, кто погружается с аквалангами, обычно трубки просто отсутствуют. Но эту трубку, я же говорю еще раз, можно вот так сложить, спрятать в карман компенсатора, и вы будете знать, что трубка всегда есть с вами, так как того требуют правила. Анатомичный загубник. Дальше переходим к нижнему клапану. Вот такой вот открытый клапан, который всегда можно промыть, очистить от песка, грязи, мелких ракушек и так далее. Силикон очень мягенький. Гофры нету, закругленная трубка. На самом деле удобно. Я чувствую, вот уже я прикладываю, я понимаю, что моя челюсть абсолютно не будет напрягаться. Дальше по телу трубки идет у нас вот такое крепление. Крепление сделали к ремешку маски, которая крепится. Очень плоское. Крепление снимается вот таким вот образом. Разворачиваем его. Раз. Все. Как всегда, вот эту часть, видите, она такая маленькая, тоненькая, совсем не будет ничего на висок давить абсолютно. Вот эту часть крепим, конечно же, к ремешку маски. Затем опять к трубке. И все. Крепление, конечно же, шарнирное, оно может поворачиваться, то есть трубку можно двигать туда-сюда, подстраивать под себя, как вам будет удобно. Точно так же можно регулировать и вот это положение. Тут еще вот такой вот наворотик есть. Я, честно, не знаю, для чего это. Кто знает, отпишите, пожалуйста, в комментариях. И сверху вот такой вот странный фритоп здесь. Отверстие, которое будет напрямую просвистывать воду. То есть вот такой вот фритоп, который защищает от попадания брызг и волн. Как по мне, очень достойная трубка, стоит абсолютно недорого. Хорошая новинка от компании Баре. Кому интересно больше, всех вас ждем в нашем магазине Батискаф. До свидания.